Всем привет, ребята! В этом видео вы увидите небольшой эксперимент, как я надуваю мыльный пузырь прямо на снегу. Если вам интересно посмотреть, что же из этого вышло, продолжайте смотреть! Я вышла на улицу примерно в 4 дня, и моя гипотеза была таковой, что мыльный шарик застынет на снегу. Но давайте смотреть дальше, что же с этим всем получилось. У меня было два конкурента, два пузырька с мыльными пузырями. Скорее всего, они просто разных марок, одни из со свадьбы какой-то, а другие просто где-то купленные в детском магазине. Я попробовала их по очереди и сразу же заметила, что пузырьки очень быстро лопаются, и мало кто задерживается на снегу, а если задерживаются, тоже сразу лопаются. Потом я заметила, что чем меньше пузырек, тем больше возможностей у него застыть на месте и вообще в принципе не лопаться. Как вы можете видеть, один пузырек все-таки осел на снег, и вот я его снимаю, и посмотрите, что из этого получается. Дальше я начала дотрагиваться до пузырька, чтобы понять, ледяной он или нет. Но ему это не очень сильно понравилось, и в какой-то момент он вообще лопнул. Добавлю сюда несколько фотографий в макросъемке, чтобы было видно, что вообще происходит. Вот такой вот эксперимент получился. Пока я пришла домой, температура упала уже на целых 2 градуса, поэтому эксперимент получился бы намного лучше, если бы на улице было, может быть, градусов минус 20. Вот тогда бы он, наверное, и быстрее застывал. А сейчас вот такой вот результат. Всем спасибо за просмотр!